Только что, буквально 15 минут назад, появилась информация о том, что поклонники Юры Шатунова все-таки добились своего. По некоторым источникам Министерства культуры все-таки одобрило петицию поклонников Шатунова в просьбе присвоить ему звание народного артиста России, несмотря на то, что у него не было звания заслуженного деятеля. Эта информация, конечно же, всколыхнула сообщество артистов, и от многих из них сразу же полетели двоякие высказывания. С одной стороны, они признают, что Юра действительно был значимым артистом и музыкантом, но с другой стороны дают понять, что не совсем согласны с присвоением ему звания, так как считают, что те, кто имеют это звание, заслужили его по праву. А если начнут вот так вот его присваивать всем подряд, то оно попросту утратит свою ценность. Возмущенные поклонники после таких слов, конечно же, накинулись на этих зазвездившихся артистов. В общем и целом, официального присвоения еще не было. И будет ли, пока непонятно, так как подтвержденной информации еще нет. Но чувствую, что если все-таки его присвоят, то тогда мы и увидим истинное лицо шоу-бизнеса. А что вы думаете по этому поводу? Приглашаю вас в комментарии. Я знаю, что вам есть что сказать. Ну а мы с вами увидимся в новом видео. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!